Франция – страна, которая нравится всем. И тем, кто пересекает ее границы только для отдыха в выходные, и тем, кто прилетает побродить по магазинам, и тем, кто хочет поближе познакомиться с ее дорогами, городами, озерами и горами. Здесь есть все – живопись и балет, духи и коньяк, море и скалы, замки и дворцы. И один из них – Идеаль Палас, идеальный дворец почтальона Шеваля в городке Отериф. 1836 год. В деревеньке Шарм-сюр-Эрбас у скромного фермера Шеваля родился сын, которого священник при крещении нарек Фердинандом. Тщедушному мальчику учеба давалась нелегко. Поскольку в школу он ходил всего 6 лет, до конца жизни он плохо владел французской орфографией и писал, больше полагаясь на слух. В 13 лет он становится подмастерьем булочника. Через 10 лет Шеваль бросает работу в пекарне и становится работником на ферме. Поменяв еще несколько специальностей, он наконец-то в 1867 году выбирает службу почтальона. Ему назначили участок, где, доставляя почту, он вынужден был ежедневно проходить почти 30 километров. Приходилось ему даже ночевать под открытым небом или в разрушенных сараях. Вскоре умирает его жена. И родственники, посчитав, что при его занятости ему будет трудно воспитывать сына, забирают его в Лион к тетке. И осталась в его жизни только его работа. Но несмотря на то, что он был человеком молчаливым и замкнутым, однажды он встретил свою музу, вдову Филомену Ришо. Филомена увидела в нем художника, поэтому не обращала внимания на его странности и делала все, чтобы претворить его мечту в жизнь. А у какого художника, пусть даже самого непризнанного, нет мечты? Мечтой почтальона Шеваля был дворец, не похожий ни на один другой и в то же время напоминающий ему те дворцы мира, которые он видел на открытках, в журналах и на конвертах. Это были видения Ангкора из Камбоджи, минаретов Ирана, пагод Пекина, пирамид Майя. Однажды, возвращаясь уставший домой, он споткнулся о камень, который он впоследствии назвал камнем преткновения. Камень при ближайшем рассмотрении показался ему фантастическим животным, который мог бы украсить его дворец мечты. Положив камень в карман, он отнес его домой. На следующий день он нашел неподалеку еще несколько странных камней, потом еще и еще. И все эти камни он складывал во дворе своего дома. После того, как жена ему сказала, что ей надоело зашивать его карманы, он взял тачку, которую позже назовет своим верным спутником горя, и стал возить камни на ней. Коллекция камней стала расти еще быстрее, и так продолжалось 20 лет. Я сказал себе, поскольку природа занимается скульптурой, мне остается тогда заняться архитектурой. И вот однажды он взял цемент, проволоку, соорудил леса и стал строить. На вопрос жены, что он здесь затеял на ее огороде, он пробурчал, что строит дворец для нее. Это был год 1887. Почтальону Шевалю шел 51 год. Сначала он просто построил пруд с фигурами животных и водопадом. На это ушло 2 года. Но потом, как писал Шеваль, я был сам поражен своей работой.
и дальше последовал грот святого Амадея, каменные пальмы, кактусы и оливковые деревья. Чем дальше он строил, тем масштабнее становились его планы. Дворец грез стал для него священным зданием, чем-то тем, что может противостоять смерти, что переживет его, его собственным памятником. Над землей появились новые богато украшенные комнаты, залы и гроты. Шиваль построил пещеру Девы Марии, индийский храм, мечеть, миниатюрные замки, смотровую площадку. Для него было важно, чтобы дворец был только его работой и только его. Он даже написал на стене «Работа одного человека». Покупал он только известь и цемент, а все остальное собирал сам, даже леса строил из опасно кривых веток. Прошло несколько лет, и строящийся дворец поменял хозяйку. У Шиваля родилась дочка Алиса. И счастливый отец с удвоенной энергией продолжил дело своей жизни. Алиса чувствовала себя принцессой в замке, хотя соседи были совершенно другого мнения. Называя ее отца и его идею малопочтенными словами, крутя пальцем у виска. Его не волновали местные сплетни, и я понял, что люди всегда издевались и будут издеваться над теми, кого они не могут понять. И действительно, им было непонятно, зачем он мучается, сначала собирая камни со всей округи, а потом таская их для того, чтобы, несмотря на усталость после работы, в жару, холод, в дождь или снег, возводить это нечто, ни на что не похожее. Я строю так, как подсказывает мне природа. Ветки деревьев, ветер и птицы учат меня строить, пытался объяснить им Шиваль. Но все было напрасно. Ведь он и строить-то не умеет. Не учен он этому делу. И окон нет, и потолки низкие, и корявый весь какой-то. И даже после того, как сын пригласил журналистов, и в газетах появились статьи о стройке в городке, и сюда потянулись любопытные, соседи остались при своем мнении, называя его чудаком. Тем более, что герой этих статей был не очень красноречив журналистами, зато любил украшать свое творение пышными цитатами из тех же иллюстрированных журналов. Дворец получился внушительным. 26 метров в длину, 14 в ширину и порядка 12 в высоту. Когда же дворец становится местной достопримечательностью, хозяйка его, Алиса, заболевает и умирает. Шиваль хотел сделать склеп для нее в этом же дворце, но ему не разрешили. И тогда он продолжил работу. Он работал еще больше и еще дольше. Он говорил, что хочет умереть, чтобы встретиться со своей дочкой. И только жена своей поддержкой и любовью спасла его, но вскоре не стало и ее. Шиваль умер 19 августа 1924 года, пережив всех, кого любил. Он прожил 88 лет, из которых 33 года строил идеальный дворец. Пабло Пикассо и Андре Бретон настаивали на том, чтобы творение почтальона официально признали шедевром. Много говорилось о том, что Палас Идеаль представляет собой новый вид искусства – ар-брют – грубое искусство. Позже его стиль получил название «наивная архитектура».
Одно из анархистских движений 50-х годов сравнивало судьбу Фердинанда Шеваля с судьбой Людвига II Баварского. Оба построили замки, о которых они мечтали, обогатив тем самым все человечество. Художница Ники де Сенфаль, большая поклонница почтальона, писала скульптору Жану Тенгли: «Я хочу обратить ваше внимание на Гауди и на только что открытого мною почтальона Шеваля, которых я сделала своими героями. Они олицетворяют красоту человека, одинокого в своем безумии, без каких-либо посредников, без музеев и галерей. Я провоцирую вас, утверждая, что почтальон Шеваль был скульптором гораздо лучше вас». Статус исторического памятника «Идеальный дворец» получил только в 1969 году, через 45 лет после смерти Шеваля. Одна из надписей на дворце гласит: «10 тысяч дней, 93 тысячи часов и 33 года тяжкого труда. Кто думает, что может сделать лучше, пусть попробует». Вот такой неоднозначный памятник архитектуры, который мы давно планировали увидеть, остался позади. Чего там больше, искусство или упорство, или того и другого вместе, это каждый может решить для себя сам. К сожалению, ливень не дал нам возможности более детально познакомиться с ним. И хотя, как говорится в известной песне, у природы нет плохой погоды, а все-таки без дождя было бы лучше. Правда, кто-то с нами может и не согласиться, как, например, эти любители экстрима. Банджи-джампинг. Так называется это удовольствие рухнуть с высоты 103 метров с моста через речку на выезде из местечка Матезин. Любитель острых ощущений, адреналиновый наркоман или попросту идиот, так называют людей, занимающихся этим опасным хобби. Вместо того, чтобы играть в хоккей или вышивать крестиком, им обязательно надо доводить себя до предельных состояний, проверяя свой организм на прочность. Один неверный шаг или отказ оборудования и все. Хотя шанс летального исхода при банджи-джампинге по статистике составляет 1 к 500 000. Для банджи-джампинга запас прочности каната чрезвычайно высок. При испытаниях на них сбрасывают автомобили, а на некоторых даже танки. Тем не менее, перегрузки, испытываемые спортсменом, достигают 3,5 G. При этом резинка при прыжке, так называемый тяж, растягивается в среднем в 2-4 раза. Существует несколько разновидностей банджи-джампинга. Основной является непосредственно прыжки на резинке, как мы видим это здесь. Но есть еще одна разновидность – флеминг-роуп, или как ее еще называют в честь немецкого скалолаза Хельмута Кине – Кине-свинг, который первый прыгнул, испытывая прочность альпинистской веревки с моста во Франции в 150-метровую пропасть. И веревка эта, как вы понимаете, была не эластичной. Для желающих попробовать этот вид спорта надо иметь в виду,
что, как правило, прыжки разрешены лицам, достигшим 18-летнего возраста, и вес которых от 75 до 125 кг. И если вы подходите под эти параметры, удовольствие вам обеспечено. По крайней мере, мы на это надеемся. Мы долго глядели на горы и на безнадежно грустное небо над ними. Мы представили самих себя далеко в сердцевине гор, где не бывало еще нога человека. Солнце стоит над глубокими и со всех сторон замкнутыми долинами, и огромное пространство между нами и небом, и только нас двое. И мы идем все дальше в глубину гор, как те, что гибнут в поисках эдельвейсов.
Не спеша работая веслами и прислушиваясь к замирающему звону, мы говорили о путешествии в Савое, о том, сколько времени мы можем пробыть там-то и там-то. Красота новой для нас природы волновала нас юношеской жаждой возвысить до нее нашу жизнь, наполнить ее истинными радостями и разделить эти радости с людьми. Иван Бунин, 1901 год, тишина. Глядя на этот захватывающий душу ландшафт, мы абсолютно согласны с классиком русской литературы. И на наш взгляд, теперь самое время рассказать о цели нашего путешествия, или, как говорят французы, вояжа. Она проста. Это горы. Если совсем конкретно, горы Савойи, этой исторической трансальпийской области между Францией, Италией и Швейцарией, впервые упоминающейся в IV веке как некая местность Римской Галлии. Савойя несколько веков существовала как самостоятельное герцогство, а потом и королевство, размеры которого в лучшие времена достигали Ниццы, Генуи, Женевы, Пьемонта и острова Сардиния. В 1860 году была аннексирована Францией. Сейчас Савойя состоит из двух департаментов – непосредственно Савойи и Верхней Савойи. Итак, Савойя – альпийский регион, который в основном живет за счет туризма и сельского хозяйства. Всем известны горнолыжные трассы Порт-Дю-Салея, Шамони-Монблана и Куршавеля. А самыми известными продуктами сельского хозяйства являются сыры Савойи, такие как Ремлошон, Том де Савойя или Бафор. И, конечно, вина этого региона. Ну и в заключение этого небольшого обзора о языке. Как и в других регионах Франции, в Британии, на Корсике, в Провансе, Савойя сохранила свою языковую идентичность. Сам язык назывался то провансальским, то лимузенским, то арпитаном, и принадлежал он группе романских языков. Это независимый французский диалект, который был в ходу во франкоговорящей части Швейцарии, в некоторых частях Франш-Конте и в итальянской части долины Аосты, примыкающей к Монблану. Ну, кажется, достаточно истории, географии и этнографии. А теперь горы. Несмотря на повсеместный отказ от атомной энергетики, 70% электричества во Франции производит мирный атом, и только 11% – гидроэлектростанции, основное число которых
расположена вот на таких горных речках. Проезжая в горах мимо небольших поселков, городков или деревенек, чуть ли не везде можно увидеть собственный Днепрогэс, рассчитанный на обеспечение электричеством до 1700 дворов. И таких электростанций на сегодняшний день во Франции 2270. Thank you.
На склонах гор дымятся облака, на бархате лугов леса темнеют. Дорога среди Альп стремительно легка, и нет ее прекрасней и длиннее. И россыпь домиков нарядна среди равнин, и нет простором ни конца, ни края. И вьется лентой горный серпантин, куда-то в бесконечность убегая. Здесь солнце золотит вершины гор, прекраснее которых нет на свете, а лебеди, хозяева озер, бесстрашны и доверчивы, как дети. Здесь все волшебно, травы и цветы, их ароматы в воздухе струятся, захватывает дух от красоты. Не надышаться, не налюбоваться. Департамент Верхняя Савойя. Горж-Дюфье. Огненное ущелье. Русская пословица «вода камень точит» как нельзя лучше подходит к характеристике происхождения этого 50-метровой глубины ущелья. Небольшая речушка 20-30 тысяч лет
и перед нами чудо природы – ущелье Фьори, одно из самых красивых и необычных достопримечательностей французских Альп. Маршрут по каньону обязан изобретательности и техническому мастерству Мариуса Валлина, архитектора из города Анси, создавшего эти пешеходные мосты на 25-метровой высоте над этой небольшой, почти ручьем, рекой. Но когда в Альпах весной начинает таять снег или после сильных дождей, речушка превращается в ревущего, неудержимого монстра, несущегося с огромной скоростью. И тогда вода в ущелье поднимается на 35-40 метров за считанные часы, оставляя после себя камни и стволы деревьев. Ну и, конечно, как в таком месте можно обойтись без мистики? Легенда рассказывает, что однажды из замка графа Монтратье, расположенного неподалеку от ущелья, один рыцарь похитил невесту графа, прекрасную Диану. Погоня, посланная графом, настигла похитителя, готовящегося верхом перепрыгнуть через ущелье, но паж графа успел ухватить его лошадь за хвост. Тогда рыцарь взмахнул мечом, и паж с хвостом в руках рухнул в бездну. Восхищенные преданностью пажа феи отметили место его падения огромным камнем, который и сейчас возвышается над ущельем, и называется он Камень фей. Потихоньку идем дальше. По этим не очень широким мосткам, по которым только два человека могут разминуться. Работы по их строительству начались почти 150 лет назад, в октябре 1868 года. Рабочих опускали в бочках с помощью лебедки для крепления на скалах металлических кронштейнов. Сооружение этих мостков длиной 252 метра закончили через 10 месяцев, в июне 1869 года. И вот уже полтора века любители острых ощущений получают удовольствие, любуясь Горш-дю-Фьер, огненным ущельем. Thank you.
суровых Альпах тает снег, и образуются потоки, и ходит, бродит человек, выходит на свои дороги. Такой у человека склад и романтические цели. Послушать мощный водопад, пройти по горному ущелью, на самом краешке скалы вдруг вспомнить собственные крылья и осознать, как мы малы и велики своим бессильем. Взирая на громады гор, впитать и зрением, и слухом великолепие простор и силу собственного духа.